Кроме того, эффективный церковный совет, совет диаконов, пресвитеров, призван защищать. Прежде всего, он призван защищать видение и ценности церкви. Обычно есть документы, в которых сформулировано, каковы ценности церкви, что для нее важно. Обычно есть документ «Ценности нашей церкви». Пастор и старейшины формулируют видение церкви, явное видение, и это тоже нужно защищать. Дальше совет церкви защищает сам совет, защищает себя. Нужно следить за тем, что происходит внутри совета и вокруг совета. И еще церковный совет должен различать хищную рыбу, драконов и волков. Павел предупреждает нас о волках. Я с ними лично встречался. Они описаны в деяниях, 20 глава. Но не каждая проблема в церкви из-за волка. Бывает и проблема хищной рыбы. Чак Свиндол рассказывает об этом так. На северо-востоке Соединенных Штатов один из деликатесов это треска. Но производство и перевозка трески — это коммерческий бизнес. Ее пересылают, транспортируют по всему побережью. Но как перевозить треску? Сначала треску просто замораживали, но при этом терялся вкус рыбы. Потом кому-то пришла в голову мысль отправлять треску в морской воде, но в результате получалось еще хуже. Рыба размягчалась и тоже теряла вкус. А потом кому-то пришла в голову замечательная мысль. Дело в том, что в естественной среде обитания за треской охотится зубатка. И вот они и решили в цистерну поместить треску, но вместе с треской поместить туда зубатку. И вот во время транспортировки зубатка преследовала треску по всей этой цистерне. И когда э, рыба приходила на рынок для продажи, треска была веселая, живая, бодрая, бойкая, потому что в цистерне была зубатка и не давала треске задремать. Эта метафора относится и к нам с вами. Порою Бог дает нам вот такую зубатку вот такую щуку, чтобы карась не дремал. Есть люди, которые доставляют нам неприятности, может быть, беспокойство, потому что Бог хочет, чтобы мы становились более подобны Христу. Поэтому есть и такие щуки. Бывает, в церквях появляются такие щуки, которые пытаются укусить старших братьев, пресвитеров, которые пытаются показать, вот тут проблема, там проблема, и начинаешь думать, может быть это волк, может быть его нужно изгнать из церкви. Нет, это щука, которая в церкви существует не случайно. Бог ее туда поместил, для того, чтобы нам не давать дремать, для того, чтобы нам не давать успокоиться. И на самом деле, конечно, лидеры должны посмотреть, кто это. Это такая щука или зубатка, а может быть это дракон. Дракон это, конечно, мифическое существо, но в церквях есть драконы. Драконы это искренние христиане, которые ничего плохого не хотят, но при этом они сжигают все вокруг себя, они не умеют выстраивать взаимоотношения, потому что они пламенно относятся к своей вере, они пожигают, сжигают буквально людей, они ведут себя несколько странно, но это не волки, они не пытаются разделить церковь. Они просто немножко странные люди. Это такие драконы. И нам нужно научиться не позволять им что-либо разрушать, но при этом их не нужно и выгонять. Просто нужно ставить границы вокруг этих людей, чтобы они не слишком многое пожгли и порушили. Потому что, конечно, в каждой... В церкви есть такие щуки, нам они не нравятся, но Бог решил и поставил их, поместил их туда, в церковь. Есть у нас также и драконы. Иногда мы устаем от таких драконов, но Бог их не случайно поставил в церковь для того, чтобы мы возрастали в безусловной любви. И, конечно, необходимо защищаться также от волков. О волках Павел говорит в 20 главе Деяния. У нас была целая лекция на эту, на эту тему. Помните? инфекция команды, командная инфекция. Волки искажают истину, волки разделяют стадо. Мы говорили о послании к Титу, 3 глава, 10 стих. Мы говорили о том, что нужно два предупреждения. И если мы понимаем, что это действительно волк, что он разделяет стадо, что он уничтожает стадо, то от этого человека нужно отвращаться. С этим человеком не общаемся. Этого человека убираем из руководства, если необходимо, из членов церкви. Потому что волк даже после второго предупреждения будет продолжать поступать по волчьи. И мириться с этим нельзя. И это одна из ролей Совета Церкви — защищать Церковь. И, наконец, Одна из ролей Совета Церкви заключается в том, чтобы защищать своего пастора, защищать пресвитера Церкви. Не забывайте, пожалуйста, что Бог поставил этого пастора, и нужно работать вместе с пастором. Нужно понять, как Бог устроил, как Бог создал этого пастора, и защищать его таким, каким он создан. Я вспоминаю лекцию одного американского пастора, которую я слышал в 2007 году. Эта лекция запечатлелась у меня в сознании. Я много раз к ней возвращался. Он говорит о том, что в своей церкви он пронаблюдал и увидел три группы, три типа новых лидеров. И из этих лидеров получаются три типа пасторов. Первый тип ⁇ это пастор батюшка. Второй пастор пророк. Третье пастор король или царь. Давайте поговорим о них подробнее. Бывают пасторы, которые похожи на батюшек. Это настоящие батюшки. Они Заботиться о людях, им важно подойти, обнять человека. Да, у них хорошие отношения с Богом, крепкие отношения с Богом. И поэтому у них крепкие отношения с людьми, когда приходят бури, когда начинаются проблемы в семье, когда приходит трагедия, приходит беда, появляется такой батюшка, который подойдет, который поговорит, который помолится, который поможет, который обнимет которому не все равно, что с тобой происходит. Конечно, эти люди с удовольствием проповедуют Библию, преподают Библию, но не всегда хорошо это делают, потому что им гораздо уютнее с людьми, чем на кафедре. Это батюшки. И люди с удовольствием идут за этими батюшками, прежде всего потому, что эти батюшки показали им, что действительно любят их, что заботятся о них. Есть пророки, если батюшка любит людей, то пророк любит проповедь, любит проповедовать. Батюшки предпочитают быть с людьми. Пророки предпочитают запереться в библиотеке или у себя в кабинете и готовиться читать, писать, изучать, размышлять. Они исследуют новые темы. Они хотят донести Слово Божие, донести Божию истину и делать это по-новому, изобретательно, творчески. И люди приходят их послушать, и церковь растет, если пастор, пророк по дарам своим. И люди уже привыкают к тому, что, может быть, этот пастор как-то странно одевается, как Иоанн Креститель, странное что-то такое ест, опять-таки, как Иоанн Креститель. Может быть, у него административные какие-то сложности и так далее привыкают люди, потому что этот человек замечательно провозглашает истину Божью. И, наконец, есть еще одна разновидность пасторов, это цари или короли. Если батюшки любят людей, пророки любят проповедовать, Цари, короли любят руководить. Им важно сформулировать видение, им важно определить ясные и четкие цели, им важно делегировать, им важно измерять, им важна статистика. Они хотят понимать, как развивается церковь, что растет, что развивается, что не развивается. Если нужен такой поворот в церкви, именно такой человек лучше всего этот поворот осуществит. У этих людей не так много друзей, с ними сложно бывает дружить, но вот всю организацию, всю команду они ведут великолепно, как цари. Я понял, что иногда бывает, что в пасторе соединяется два из этих трех даров, но редко бывает, чтобы были все три. И все-таки на этой лекции я подумал, вот еще о чем. Один мой друг мне потом об этом сказал. Он говорит, смотри, Рик, ведь Христос и пророк, и священник, и царь. И мы должны развиваться во всех этих областях. Мы должны призваны любить людей, мы призваны пророчествовать, проповедовать Слово Божие, мы призваны руководить, вести церковь по uh, тому, что Бог нам доверил. И он прав. Мы не имеем права говорить о том, что у нас только один дар. Все остальные тоже нужно развивать. Так вот, хороший совет церкви будет защищать своего пастора, понимая, как устроен этот пастор. Если это батюшка, то от него не будут ожидать блестящие проповеди. Если он великолепный проповедник, то от него не будут требовать администрирования. Потому что Совет понимает, что есть разные дары, разные роли, разные силы, возможности. Лучшая возможность, лучший способ – это привести, ввести в служение людей, которые будут дополнять таланты и способности пастора для того, чтобы сбалансировать служение, для того, чтобы это служение по-настоящему прославляло Господа Иисуса Христа, который и Пророк, и Священник, и Царь Иисуса Христа который воистину наш царь, законодатель и судья. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminarii.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.